Хайоу, гайз, с вами Шимики, и это у нас Лего Бэтмен видеогейм. И мы играем за сторону зла. Так, и у нас вторая миссия. На скалах, Если не ошибаюсь, здесь у нас... Подожди, а кто у нас вообще в команде? А, ледяной, точно. Фриз, я хочу угостить тебе мороженым. Я знаю, ты его обожаешь. Нам нужна твоя морозильная пушка. А она... Она стынет без дела на твоем старом заводе. Ну давай же. Что? Ноги примерзли к полу, трус. Ха. Ну короче, это Ридлер говорит им всем. Так, ладно, ключ у нас есть. А, так это я должен все это получить. Так. Опа. Теперь поиграем за Фритика. Блин, я надеюсь, когда буду за чучело играть, мне не придется это, тоже летать вот это. Надеюсь, вообще тут не будет этих полетов. Ты закрываешь его, я не могу его заморозить. Не, ну, глиномес, мне кажется, был повеселее. А почему я пройти не могу? Окей, здесь чего-то не хватает. Не, Ридлер, ты медленно бьешь, сорян. Так, ты тоже прыгаешь одним прыжком. Если на машину могу сесть? Могу. Значит, я могу это все разбивать, все. Так, здесь есть что-то, тут ничего нету. Я не думаю, что ледяной с... Хотя... Ля, он тоже может. Так он не такой сильный, у него в основном просто костюм, что? Окей. Ладно, не буду собирать, смысла пока что я не вижу в этом. Так, давай, Ридлер, я открываю невидимую стену, либо там все-таки дверь. Черт, я понял. Стоять. Готово. Да нет. Или да? Или нет? Ладно. Без понятия, ладно, пойдем просто вперед. Хера ты его на пушку насадил? Насадил на пушку. Ну, Фризу, в принципе, холод, я думаю, не страшен, поэтому... А вот это... Мороженое жидкое, поэтому для него это уже страшно. Так. И я не могу его контролировать. Ридлер, подожди, сейчас я все сделаю. Мистер Фриз может создавать ледяные платформы на жидких поверхностях, удерживать их когда... Это они навсегда же будут, да, надеюсь? Буду надеяться, что да. Буду в этом сильно надеяться. Ну зачем ты его заморозил? Дурак. Иди купайся в мороженое. Как мне теперь им контролировать? Придурок. Так, тихо, не падай хотя бы ты в мороженое. Нужно больше подачи мороженого.
О, мороженое, да, подается мороженое. Так, еще можно подать? А, это максималка. А, ну-ка, еще что-то. Тихо. Хорошо. Фриз, можешь теперь его убить. Хотя он дружелюбный. Может, даже не нужно... Полетай. Так, хпшка. Вы надоели забирать мои хпшки. Что это сделал? Ладно, неважно. Ридлер, открывай проход. Мне хватит этого. Все, пошли. Фух, Робин. В смысле, я отсюда выйти не могу? А, когда я в этом, я бессмертен. Ладно. Хорошо. Поехали. Не проблема. Вы в минусе. Мы открыли проход вниз. Погнали. Быстрей. Минус рабочие. А вот это уже для меня, кажется, опасно, да, будет? Не понимаю сейчас немного. Что от меня хотят? Так, давай ты его... привлечешь, он опустит мне. Ты еще... А, все, да? Окей. А что тогда? Ну, это меня убивает. Нет? А, я ж в шлеме, точняк. Нифига себе. Мега-технологии. Так, давай, короче, ты будешь им управлять. Готово. А, Фризик, погнали. Ты у меня тогда все сделаешь остальное. Так, пушка. Так, собираем детали. Запускаем механизм. Замораживаем или добавляем... Не, добавляем мороженое. А я заморожен. О, я полностью все заморозил. Отлично. Так, давай. Все, нам проход должны открыть. Ты его своими загадками задолбал. Так, все, это уже наше логово, где были боссы. Короче, там, где боссы наши, где мы сражались с ними, там у нас свет. Получается, как вам сказать, финиш. Фу, хорошо, что они не метки. Были бы меткими, было бы плохо. Так, сюда никуда не залезть. А ты чё, начали атаковать, мы чё, херели? Но я туда не смогу попасть, алло. Спиц у нас в спине. Его били. Не, беда, у нас есть второй. Не беда. Тихо. Сейчас все будет. Мы заберемся наверх. Только у нас с одного прикончили. Несчастье. Поехали. Синий. Зеленый. Так, деталь. Желтый, красный. И запускаем. Я сказал, запускаем.
Вот наша кошечка. Армия фри, мы на свободе. Ладно, здесь можно пропустить, я думаю, тут ничего такого не будет. Да, мини-наборчик. Вернуться в клинику. Да, мы собираем, наверное, пушку этого фриза. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Да, следующих... И кажется, следующий у нас будет это... Женщина-плющ, либо... А кто у нас еще был в команде? Ладно, это мы узнаем. Следующий... А, Двуликий. Поэтому всем пока.